Главное, после просмотра трассы все уже разложили через него. Не, я пробежал. Вот я потом сам не забыл. Я тут скрутил, а это... Влад, тебе партийная задача, лезешь и дергаешься за цепь, как полоумный. Полоумный? Да, то мы их подтянули, если что. Это он кого пугал сейчас? Меня, что ли? Я в панике. Вука! Вот сюда в угол можешь еще один мат кинуть. В угол можешь кинуть. На чемпионат этот кинуть записался. Мат один в угол, на всякий случай. Вообще он... Тебе вообще надо ехать на обычный автор. Вообще он травмировал. Вообще он травмировал. Головой. Так, пойди мне. Следующего увязываете, что? Не, я не взял. Так, ну сейчас увязываю. И спеваю на скамейку, садись. Нет, не смотри туда, ты проходи туда и завязывайся. Посмотришь, когда пройдешь. Давай, давай, давай. Держись. Давай.
Дайте я помню. Береги черный финал. Если уже не прокатит, так все. Да вот туда рядышком положи. Не-не, потом. Сейчас он пролезет. Ты туда его поставь. Да на него хуй положи. Надо платье еще постелить. Вот. О, он точно туда.
Ладно, две трогать нельзя.
меня сейчас ноги не отдыхают. Времени вагон. 6, да. Лес 30 секунд отдыхает. Низ теперь, только красный низ. Заклеить можно? Или открутить его? Ну как, мне принципиально, все равно. Там вообще красный низ есть, я рад 4 сказал. А, вон там какие-то готовенькие линии. Ну под низом она есть, да. Не, ну блин, логично же их взять, по идее. Не, ну а что они особо не влияют? На качество посадки. В финале все будет жестко. Так, личка.
Видно, что он? Он знает о том, что руки забиваются. Давай, 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 давай. Пыль в глаза просто. Смотри, можно в следующий раз делать, там делать 6 раз, получится, да?
Начало, да? Я же 15 лет,
кто у тебя сосед? Я нет. У всех скалолазов пора должна быть. Суровый. Я слазый скалолазов. Надо работать над собой. Дёрни оттяжку.
короче, звук я раз побольше, не понадобится. Так, все, до скорого. Давай.